Сухая трава, солнечная погода и наличие ветра – все эти факторы вместе создают пожароопасную ситуацию третьего класса из пяти возможных. Лагуны – излюбленное место отдыха напчан и гостей курорта – не входят в состав заповедника и останутся доступны. Но сотрудники УТРИШа призывают всех любителей отдыха на природе быть внимательными при обращении с любыми источниками открытого огня. Возникший пожар может по траве перейти на заповедник. Можжевеловые леса УТРИШа – уникальный природный ландшафт, который является домом для десятков видов животных, в том числе редких.